Всем привет! Сегодня 28 февраля, последний день календарной зимы. Меня никуда не позвали, я позвал себя сам на ближайшее место лова от моей квартиры. Это Параниха. Сейчас 11 часов, люди на льду вроде сидят, я из окна посмотрел. Ну, думаю, пойду просто хотя бы день прекрасный проведу. Днем обещают солнце. Я вижу, там люди сидят сегодня без палаток, потому что морозы ушли. Сегодня может даже быть плюс. Я санки не стал брать. Не стал брать столик. Взял только с собой табуреточку небольшой. Термосок. Два пирожочка. Я думаю, что часика на 2-3 меня хватит, а там видно будет. Ругаться. Пешеходы и здесь нарушают правила. Всем привет! Я на водоеме. У меня уже была поклевка. Люди ждут. Когда будет совсем мало вода, лед трещит. Попробовал просверлиться недалеко. Глубины вообще нет подо льдом. Посмотрим, что их хочется. Так. Ну вот, город перед нами. Люди отдыхают, кто где хочет сидеть. Вы же видели? Поклевка. Рыба есть. Не хочет она варится. Вода будет убывать. Еще может быть час-полтора. Видите, видите? Просто объедает червячка и все. Что, друзья, прошло и часу. Лови, две наваженные. Вот они, наваженные с Паранихи. Солнце вышло, как и обещали. Сидим еще. Нифиг мы тут как пришли. У нас еще термосок даже не начинали пить чай. Это мне товарищ пришел. Просил его не снимать. А только-только как он это делает. Думаю, что вот так вот у него быстрее получится, если он будет каждый раз выкидывать снег. А ему сверлить вот по этот рубчик надо.
все я тут наловил к этому времени. Что-то он не может отлететь ни хрена. А у нас до сих пор спокойно, тишина, не клюет ни хрена. Да, этот ловит вот такую снасть. Хотя бы что-нибудь повесил бы для этого. Ну ладно, будет он сам, если он на нее что-нибудь поймает. Так, товарищ только что сбраконьерничал, забагрил наважину. Да, прямо за жабры. Да, не самая маленькая крась, кстати. Нормально так. Вот такая снасть. На Алиэкспресс, наверное, купил. Да. Вот так вот. А люди-то не знают, на что ловить надо. Я сам забагрил вот на такую штучку. Мимо проходила, зацепилась. Время 2 часа. Люди потихонечку стали расходиться. Можно понять. Не клюет, не растет кокос. Вот, или палатки уже нету. Но мы не за рыбой. Мы так время провести. На данный момент маленькая сковородочка. Закончилась рыбалка, собрал я кузовок. Товарищ тоже собрался. На этом все, рыбалка закончилась. Это была Параниха, город Северодвинск. GoPro 105.